Спонсоры проекта – ювелирная компания «Золотая рыбка», «Банк Восточный», салон цветов «Амадея», салон верхней одежды «Лилии Каминской». На первом этапе мы даже не думали, что Олеся и Алексей пройдут финал, и они вообще, можно так сказать, в тихом моменте черти водятся, вот так вот можно про них сказать. Да, они молодцы. И мне кажется, что они вот могут победить. Наида с Халидом, когда ушли, конечно, для нас было неожиданно. Мы все-таки думали, что две пары, это Павел и Юлия, Халид и Наида, они все-таки выйдут в финал, и что они будут бороться за главный приз. Ну что, всем привет, мои дорогие! Мы так долго ждали этого момента, и вот он наконец-то настал. Финал телепроекта «Свадьба года». Ну и, конечно же, с вами я, ваш ведущий Максим Васюхно. Уже не могу поверить, что именно сегодня все решится, и мы определим победителей нашего телепроекта. Поэтому давайте встречать наши пары-финалисты! Ну и, конечно, друзья, какой финал может быть без нашего уважаемого жюри, поэтому давайте знакомиться. Выпускающий редактор журнала «Совет да любовь» Елена Бырка. Здравствуйте. Руководитель студии дизайнов Анастасия Никитина и декоратор свадебного агентства «Пятница», собственно, сама Анастасия Никитина. И программный директор телеканала «СТС» Юлия Пегушина. Ваши аплодисменты. На протяжении всего сезона каждая из пар набрала определенное количество баллов. И вот как мы решили поступить. Ваша задача будет собрать пазл. Непростой пазл. Вы поймете, почему чуть позже. И вот что мы делаем с вашими баллами. Мы превращаем их в секунды, которые неумолимо будут убегать от вас на протяжении вот этого этапа нашего конкурса. И если вы закончите собирать пазл раньше предоставленного вам времени, то наш уважаемый жюри решит, что делать с вот этими баллами дальше в дальнейшем этапе. Прошу вас к столу, наши замечательные участники. Итак, ребята, вот перед вами лежат пазлы, которые любезно предоставило рекламно-полиграфическое агентство «Абрис». Вот этот пазл у нас для Павла и Юлии, можно подходить уже. Вот этот замечательный пазл у нас для Алексея и Олеси. Тоже подходим, ребятушки. Павел, вы уже поняли, что у нас выходит? Да. Я смотрю, что вы подглядываете за Алексеем и Олесей, и они тоже вашу фотографию собирают? Да, они тоже нашу фотографию собирают. Ребят, расскажите, дома пазлы часто собираем? Нет. Вот этот навык сейчас бы вам очень пригодился, давайте. Работаем. Три, два, один, закончили. Итак, давайте смотреть, что же у нас получилось. Алексей, Олеся, ну-ка расскажите. У нас здесь поцелуй и руки вместе, вот. Все, молодцы, так, хорошо. Павел и Юлия, что у вас здесь? Что я хочу сказать? Мы собрали самое главное, то, что мы вместе. Я даже не знаю, какой комментарий здесь сказать. Все, можете проходить на свои места. Снова мы будем переходить к следующей части нашего задания. Можно подойти, можно взять микрофончик, даже прокомментировать, вот, что у нас вышло. Слушайте, ребята на самом деле молодцы, потому что вот все же привыкли, да, что пазлы – это что-то, какая-то картинка, возможно, даже узнаваема, а тут, и успели даже что-то собрать. Молодцы. Ну, я бы точно не собрала. Наверное, такие пазлы – молодцы. Ну да, не знаю, какая картинка им досталась. Собрать так довольно большие детали. Ребята, конечно, показали классную командную работу. Я думаю, что мы готовы переходить к следующей части нашего задания. Творческое представление каждой из пар. Если вы помните, в самом начале еще мы тогда просили каждую из пар рассказать небольшую историю о себе.
именно в видеоролике. А сейчас мы предоставили нашим парам свободный полет фантазии. И давайте же на наш суд, на суд нашего уважаемого жюри, Павел и Юлия готовы нам продемонстрировать все, что они подготовили. Не привыкайте к счастью никогда. Напротив, светлым озаряясь горением, смотрите на любовь свою всегда с живым и постоянным удивлением. Алмаз не подчиняется годам и никогда не обратится в малость. Дивитесь же всегда тому, что вам заслуженно или нет, судить не нам, но счастье в жизни все-таки досталось. И чтоб любви не таяла звезда, исполнитесь возвышенным искусством. Не позволяйте выдыхаться чувствам. Не привыкайте к счастью никогда. Жемчужинка моя, я сейчас попробую сыграть для тебя одну композицию. Мы с тобой пожары и дожди. Мы с тобой прекрасны, как цветы. Зажигая вены, заливая слезы, мы готовы рушить стены, только б не превысить дозы. Но от всех чудовищ жутких я тебя поклялся уберечь. Я не сплю вторые сутки, я точу алмазами свой меч, набирая из-под крана, как учила ты живой воды. Я готов к смертельным ранам, но вопрос, готова ли к ним ты. Знаю, что не позволю никому кинуть пыль дорожную звезду. Может, стрелы мимо, может, мимо пули, лишь бы ты меня простила. Только б мы с тобой проснулись, но от всех чудовищ жутких я тебя поклялся уберечь. Я не сплю вторые сутки, я точу алмазами свой меч, набираю из-под крана, как учила ты. Я готов к смертельным ранам, но вопрос, готова ли к ним ты. Ох, это было невероятно. Вот, спасибо вам большое, что, перебирая струны гитары, вы еще затронули струны наших душ. Расскажи, Юль, часто тебе Паша поет дома? Да, Паша на самом деле часто поет, ну, практически каждый вечер. Берет в руки гитару и вечером что-нибудь. Что-то лиричное всегда поет? И вот такое, про любовь? Да, чаще лирику. Вот так. Расскажи, какие эмоции ты сейчас испытала при прослушивании вот этой песни? Ну, очень нежно, очень чувственно. Спасибо тебе большое. Давайте встречать, друзья, Алексей и Олеся, их творческое задание. Всем привет! Жюри красавчики, спасибо, что пришли! Ура! Все, что хочешь, все, что хочешь, милый зал, ведь сегодня здесь финал. Так, стоп, женщина. Как догадался? Хотелось бы извиниться сразу перед жюри. Простите, что с таким минимализмом преподнесли нашу любовь. На самом деле здесь должна быть феерия. Должен был залететь спецназ и раздарить всем цветы. А под конец открывается здание, крыша здания, спускается на вертолете Роза Сибитова и говорит: «Граждане, это самая лучшая пара на планете!» Но у нас ничего не получилось. Организаторы отказались снимать таких неизвестных людей.
А вообще, на творческих конкурсах все танцуют и поют. Поэтому сегодня я буду петь, а Леша будет танцевать. Олеся, подожди, ты же не умеешь петь. Что-то я не умею петь. Вообще-то, я ходила в музыкальную школу 6 лет. Раз. А я вот не умею танцевать. Ага, не умеешь. Видела я, как ты на выпускном только так двигался. Поэтому сегодня Леша покажет свой зажигательный фирменный танец. А петь будет Олеся, самая лучшая певица по версии ее мамы. Погнали! Она любила кофе в обед, и по утрам ее вкусный омлет. Она любила жить без проблем, меня манила красотою колен. Работа 24 часа, и обнимается всего сама. Но она хитрая только к лесам, меня манили ее глаза. Меня манили ее руки, я ее встретил и замер. Меня манили ее губы, до скорой встречи глазами. О боже, мама, мама, я схожу с ума. Ее улыбка, мама, кругом голова. О боже, мама, мама, пьяный без вина. Ее улыбка, мама. Схожу с ума, ее улыбка, мама, кругом голова. О боже, мама, мама, пьяный без вина, ее улыбка, мама. Олесь, я специально не забираю микрофон у Леши, потому что я думаю, ему есть что тебе сказать. Я предоставляю ему слово. Ты очень самая милая, моя любимая девушка, которая у меня есть. Я встретил тебя и полюбил. Я очень рад, что мы вместе с тобой. Все то время, которое мы вместе, ты помогала мне, как и помогал я тебе. Самый важный и яркий момент, я думаю, это было предложение руки и сердца. Тебе он понравился? А я хочешь и повторить его? Нет. Ты не хочешь его повторить? Зачем я опять? Сказать перед всеми, да. Ты хочешь это повторить, да? Мы повторим это. Я встану на одно колено. Олеся, ты станешь моей женой. Той, кто будет со мной всегда рядом. До конца моих дней. Да. Ура! Интриги не было, да? Я первый раз вижу, чтобы его делали 2 раза. Расскажи, Алексей, почему так решил сделать? Ну, я решил, чтобы мы вспомнили тот яркий момент, который был. Чтобы те же эмоции и чувства нас Не волнуйся, все хорошо. Просто хотели, видимо, пережить такие же эмоции. Да. Леша просто пытается сказать, я ему помогаю, просто я уже несколько лет с ним живу. Я понимаю, что он бормочет. Эмоции были сильнее, чем в первый раз? Да, потому что это было первый раз дома, не было так много народа, никто не наблюдал, а тут еще камеры, еще будут смотреть по телевизору, ужас. Это было 2 совершенно разных выступления, от первого вначале даже начали бежать мурашки, и вот они, наверное, не покидали меня все выступление этой пары. Второе, ну, действительно, ребят, вы взорвали зал, вот, и я надеюсь, что у вашей уже будущей семьи вскоре останется вот эта традиция с вашей фишечкой в самые приятные моменты повторять предложение. Возможно, каждый раз новым кольцом. Ребятушки, мы с вами немножко сейчас пошушукаемся. Во-первых, вот так сразу. А я хочу у вас поинтересоваться, как вы считаете, вот по вашему мнению, вот посмотрели выступление, расскажите, кто, по вашему мнению, должен выиграть? Лучше нас нет. Это была шутка. Павел, Юлия, я думаю, что прям очень четко. Наверное, зависит от темперамента человека. Я, допустим, вот человек эксцентричный, и вот мне вот эта вот харизма, допустим, Олеся и Леша как-то ближе. Расскажите, скучали по проекту? Очень. Да. Чем занимались все это свободное время? Готовкой нашей свадьбы. Вот так вот. Расскажите,
по вашему мнению, кто должен сегодня выиграть? Ну, все достойны победить. Олеся с Алексеем молодцы, выступили, зарядили, тут показали КВН, мини-КВН такой. Конечно, и Павел с Юлей тоже слезинку пустили. Это было так все романтично, красиво. Я даже не знаю, кто победит. Я бы хотел предоставить слово спонсорам нашего телепроекта. Вы здесь, вы должны поаплодировать, потому что сейчас вы будете получать подарочки, друзья. Вот так. Представитель салона верхней одежды Лилии Каминской Ирина Захарова. Здесь очень громко нужно. Наш салон верхней одежды Лилии Каминской дарит вам такие замечательные подарки для ваших будущих жен. Я так понимаю, да, все? И вот... Девочки уже вынесли. Девочки, проходите, пожалуйста, мы их примерим, ваши подарочки. Выходите. Креативный менеджер салона цветов Амадея Мария Закладная. Свою симпатию мы отдаем паре Павлу и Юлии. Вот дарим вам такой вот сертификат. Можете его использовать на любой букет, но я думаю, что вы используете его на свой свадебный букет. Ну и вот такая вот открыточка. Спасибо, Мария. Визажист нашего проекта Дарья Шевелева дарит сертификат под образ невесты Олесе. Двигаемся дальше. Ведущий специалист Банка Восточный Якунина Анна. Банк Восточный поздравляет вас с тем, что вы дошли до финала. Желаем вам всего самого лучшего. Прожить долгую, счастливую жизнь и с яркими впечатлениями. Одно из ярких впечатлений Банк Восточный дарит вам. Это полет на воздушном шаре. Ну, мы дарим Олесе и Алексею. Друзья, также у нас есть сертификат от издания «Совет до любовь», поэтому хочу предоставить слово нашему члену жюри Елене Бырко. Одной из пар мы хотим подарить публикацию вашего свадебного фотоотчета в нашем журнале «Совет да любовь». Надеемся, Павел и Юлия, что вы сыграете шикарную свадьбу с помощью агентства «Пятница». Пришлете нам ваши красивейшие фотографии, и мы обязательно их опубликуем. Вот так вот. Спасибо. Вы сегодня набрали равное количество баллов. Но на данном этапе, на наш взгляд, и мы сошлись на этом мнении единогласно, что Олеся и Алексей, вы получаете идеальную свадьбу. Вот так! Обнимите друг друга, поцелуйте! Есть! Выходите, выходите к нам, скорее, сюда. Я вручаю вам сертификат номиналом 70 тысяч рублей на организацию проведения идеальной свадьбы Алексея и Олеся. Можно нам пригласить сюда Павла и Юлю? Павел, Юлия, давайте немножко послушаем, что вам скажет наше жюри. У нас есть для вас второй приз. Организация проведения выездной регистрации. И с вами было праздничное агентство «Пятница», телеканал СТС и я, ведущий Максим Васюхно. Любите друг друга, потому что весна на дворе. Всем пока! В начале прошлого сезона свадебного мы хотели запустить подобный проект, но не сложилось в том году, сложилось, слава богу, в этом году, и это здорово. Мы получили колоссальный, неоценимый опыт, каждый член нашей команды, и это здорово. Хочется сказать большое спасибо нашим партнерам, тем компаниям, организациям, которые поддержали этот проект. Как сегодня сложилось, мы хотели, чтобы было именно так. Да, что Алексей и Олеся, они классные, полностью. Они нам правда нравились, что мы в душе хотели, веселые. Чтобы они выиграли. Они веселые, позитивные. Нереальные ощущения, серьезно, очень рады. Вообще все супер, вообще эмоции переполняют, я вообще не знаю, что сказать. Мы не ожидали. Мы не ожидали, все, мы выиграли, мы рады, очень рады. Розы в Амадее по 79 рублей. В торговом центре «Мега» открылся салон верхней женской одежды Лилии Каминской. Представляем вам новую коллекцию пальто от известных российских и итальянских брендов.
а также шубы из натурального меха. ТРЦ «Мега», третий этаж. Самый прекрасный день в вашей жизни. День свадьбы. Обручальные кольца от компании «Золотая рыбка» наполнят вашу жизнь сказочными моментами счастья. Скидки и бонусы для молодоженов. Ювелирная компания «Золотая рыбка». Мы исполняем ваши желания. Для тех, кто всегда у руля. Для тех, кто ставит задачи и принимает решения. Для самых главных людей на Земле. 15% годовых. Выдающийся кредит для выдающихся людей. Банк «Восточный».